отточенные удары, слаженная игра. 16 команд смешанных составов приняли участие в турнире по волейболу, посвященному предстоящему чемпионату мира в России, который пройдет в следующем году. Площадкой проведения стал Одинцовский волейбольный центр. Также в этих турнирах мы просматриваем будущий резерв для команд Суперлиги, потому что действительно есть дети, которые выделяются в этом турнире. Но еще раз говорю, что самое главное, что детям это нравится. И в таких условиях они, извините меня, играют. Это не просто в школе, а именно в волейбольном центре. Юная спортсменка Мария учится в гимназии святителя Василия Великого. Волейболом занимается недавно, но уже есть первые успехи. Как и в любом спорте, главное – регулярные тренировки и мотивация, говорит девушка. Я ожидаю от турнира очень насыщенные игры, потому что я понимаю, что команды здесь не слабые. И хорошо поиграть хотелось бы. Сам турнир, он прежде всего направлен на развитие и популяризацию волейбола в Одинцовском городском округе. Во втором этапе отборочного турнира сыграли девушки и юноши 2007 и 2008 годов рождения. Настроенные только на отличные результаты, юные спортсмены продолжат участие в соревнованиях Одинцовского округа. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».